есть я решила сделать быстрые сырники, низкокалорийные, делать буду в микроволновке, поделиться рецептом, в общем, ну, записать его просто. Значит, смотрите, 100 грамм 5% творога здесь, 80 грамм мечниковской простокваши, 1 яйцо и 10 грамм сахара. Сейчас я все это перемешаю, добавлю немножко ванилина из разрыхлителя и разложу формочки. Друзья, из рубрики «Слона-то» я и не заметила, я забыла про муку. Добавила 31 грамм пшеничной. Все, сырники готовы отправиться в микроволновку. Восемь минут были мои сырнички в микроволновке, все, я их достала в режиме микроволны плюс гриль. Вот, немножко запеклись, тут у меня были две сладенькие ягоды из варенья. Вот, они такие немножко карамелизировались у меня. Сейчас остынут, и я их выложу. Все, друзья, мои сырнички готовы. Вот, получились они такие довольно пышные, интересные. Сейчас буду пробовать. Соус я к ним сделала из протертой клубники. Ну, та самая замороженная клубника, которую вчера купила в Глобусе. Вот, я ее разморозила и просто блендером в стакане. Вот, сейчас вам покажу так. Вот, короче, прям в стакане блендером я ее размолола с сахаром. Получается, она низкокалорийная, но очень-очень вкусная. На 100 грамм всего 76 калорий. Вот, а здесь у меня 30 грамм получилось. Ну, это всего ничего, там 23-24 калории мне добавила. Сырники у меня 3 штуки получились на 152 калории. Они получаются низкокалорийные. Еще раз напомню вам рецепт. Здесь творог, простокваша, мечниковская, яйцо, сахар и мука. Точнее, я напишу в самом рецепте. Вот. Ну, сейчас буду пробовать. Вообще, знаете, друзья, я вам хочу еще один открыть секрет своей фигуры. Я такая хозяйка, повариха, не фонтан, вот честное слово. Если бы я была, наверное, хорошая повариха, может, так вот я бы и не похудела. В этот раз все получилось очень вкусненько. Пышные, в меру сладкие, в меру творожные, в меру мучнистые. В общем, очень вкусно. Сейчас перекушу. Все, всем стройной фигуры. Напоминаю, что я похудела уже на 50 килограмм. Вот, соблюдая принципы правильного питания и дефицита калорий. И всем того же желаю.